Всем привет, с вами Наталья Маханева. Я подумала, что давно не показывала вам свою экспериментальную капусту. Значит, с капустой у меня две грядочки, точнее одна типа грядки и одно просто без грядки, без всего растет, но под укрывным материалом. Это для тех, кто недавно на канале и не знает. Капуста без присмотра. Смысл эксперимента в том, что с капустой я ничего не делаю. Вот сейчас я ее раскрыла. Посмотрела, учитывая, что у нас дожди, я ее раз в две недели поливаю зеленым удобрением по 1 литру под куст, качан, не знаю. И опять накрываю укрывным материалом. Сейчас как раз я хочу это сделать. Значит, вот такая капуста поздняя у нас. Кто-то грызет, несмотря на укрывной материал. Тут начинает только качашка завязываться. Тут завязывается. Тут вообще ничего не завязывается, только пытается. Здесь какой-то качашек есть. Здесь, дайте подлезть, такой качашек есть. Может, что завяжется. Здесь высокое и бестолковое. Что-то пытается, но пока никак не завяжется. Вот это я назвать даже поздней капустой не могу. Я не знаю, что с ней. Так, ну и этот качан я уже показывала. Эта капуста у меня... Первая показывала его, который грызут. Эта капуста у меня растет на грядке, где капсулами, гранулами сажала с морковкой, которая не взошла. Вот две морковины взошло. Сейчас попробую выдрать. Это у нас экспериментальная морковка под мульчой и под укрывным материалом. Что там за крысиный хвостик? А-а-а, у нас морковка в бутылке. Грызанная, ее кто-то съел. У нас в капусте растет морковка. Или что попало? Что попало? Кочерыжка. Ну, что доказывает, что под удобрением морковка не растет. Морковка любит песочную, неудобренную почву. Что с моей морковкой? Или что с семенами? Эти же семена у меня в колесе растут. Я доставала, хорошая морковка была. Видимо, мульча, морковки... мешает жить. Не знаю. Я, конечно, попробую не отравиться этой морковкой. Посмотрю, какая она жесткая, твердая, мягкая. Или как. Что внутри вообще. Есть можно или нет. Ну, ботва такая обалденная. Я думала, там сейчас морковину достану. В общем, очередной мой разочаровательный эксперимент. Пойдем на вторую капусту. Там морковки нет, пугать не буду. И вот моя вторая грядка. Не грядка. Второе место, где посажена капуста. Значит, у нас два цветных качана. Огромный-огромный. На солнце я не вижу, что я вам пытаюсь показать. В общем, тут что-то пытается завязаться, но пока еще не завязалось. Вот вторая цветная, которая тоже пытается завязаться. Пока еще не вижу, что там завязывается. Ранняя. Маленький-маленький качашек. Вот тоже ранняя. Сейчас с другой стороны зайду. Я перепутала. Это поздняя. И вот это поздняя. А вот это второй качашек ранний. То есть две ранние капусты, которые завязываются. Ну, я бы не сказала, что они ранние. Средние скорее. А цветную мы еще ждем. Вот такой экспериментальный огород с моей капустой. Капуста под мульчой. Под укрывным материалом. В принципе, учитывая мой прошлогодний опыт, когда мою капусту просто сожрали, это для меня нормально. Результаты посмотрим, когда там капусту убирают. В сентябре в московском регионе. Вот как-то так. Ну, ежедневный отчет «Монгольский карлик». Утреннее видео это было снято 2 дня назад, поэтому извиняюсь, что с задержкой так получается. Долго не хотела у меня видео обрабатываться. Значит, 3 черных плода, монгольский карлик. Баклажанчик маленький, который монгольский карлик задрал. Замучил, короче. Так, ну и вот зреющие плоды. Один бурый на левом. Еще один бурый. 2 буреньких. И там еще буреньких. Черноты вроде пока нет. Продолжаем эксперимент. Поливаем. Собираем. Выкидываем. Всем пока, ставим класс. Подписываемся на канал. Пока-пока.
Экспериментальный огород в действии. Вот такая прелесть у нас получилась. В унавоженной грядке морковка абы что. А в обычной грядке морковка, свекла нормально. Ну, в смысле, в высокой грядке у меня в мешках нормальная морковка, нормальная свекла. А в обычной грядке у меня хвостики, либо вот такое вот выпендрёшка. Две штучки такие были. Загогулинки. Ну, не любит морковка навоз, да, я знаю. Теперь я знаю.